недели, а иногда это месяц. И поэтому, конечно, все дети артистов знают, что у них такие особенные родители, папа в данном случае. Они, конечно, понимают, что я там не на рыбалке прохлаждаюсь, там не в гараже где-нибудь, я езжу, пою, дарю людям радость, но от этого мы же меньше не скучаем, понимаете? И поэтому каждый раз, выезжая из дома, я пытаюсь в сердце носить вот всю мою любимую семью, всех своих детей, любимую жену. И каждый раз даже на сцене, стоя на сцене, я вспоминаю их и дарю им часть своей души на концерте. И вот я хочу, чтобы сейчас прозвучала песня, которую мы посвятим нашим детям, которые должны знать, что мы любим их, безусловно. Мы просто любим их, потому что мы их папа и мама. Нашим любимым деткам посвящаем.